Итак, ребят, всем привет. Находимся вот на такой пристани. Сзади меня пляжка Коктебеля, наш любимый, родной. Сейчас хочу проверить уровень горизонта на камеру. Вот уровень моря с левой стороны направо. Посмотреть вот этот уклон, получится или нет. Мы находимся в такой бухте небольшой. Слева и справа нас окружают скалы. Но сейчас попробуем провести этот эксперимент, ребят. Сейчас покажу вам весь обзор. Пляж Коктебеля, раннее утро, июль 2019. Сейчас море, море, море. Сейчас я помедленнее проведу. С правой стороны пляж покажу. Вон с правой стороны пляж. Горы красивые. Вон скала безумно красивая. Мне она очень нравится, вот эта вот. Безумно красивая. А вот этот потухший вулкан, гора Карадаг. Это на верхушечке. Так, ну мы смотрим горизонт, ребят, давайте так, слева направо лучше проведу, сейчас медленно. Вот мыс, и как бы веду вам слева, 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 что смогу, захвачу, захвачу, слева, 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 слева и справа. Вон, вижу какие-то кораблики вдалеке, давайте попробуем приблизить. Ведь он не уходит за горизонт, а реально нам виден очень хорошо, пожалуйста. Вот он плывет. А если сильно отдалить, то нам кажется, что он уже скрылся за горизонт. Хотя он просто удаляется. Вот еще кораблик поближе стоит. Мы его можем легко-легко приблизить. То есть, пожалуйста, он не скрывается за горизонт, а просто удаляется. Давайте сейчас проведем медленно вот так вот линию, линию, линию. И еще самое главное, смотрите, я при вас сейчас переворачиваю камеру. Это очень важный эффект. Так я делал в самолете. Так я сделаю сейчас здесь. Просто переворачиваемся вверх ногами и проверяем тот же самый горизонт. Смотрите, ребят, есть ли искривление или нет. Слева. Тянемся, 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 тянемся направо. Ну, не знаю, ребят, кому как. Вот смотрите, чуть-чуть вот так, если сделать. Чуть-чуть вот так, если сделать. Есть ли хоть какое-то искривление? Смотрю на маленьком экранчике, трудно мне сказать, я сильно не вижу. Обратно разворачиваемся. Вот такая вот красота. На камере я не заметил сильного искривления, вообще никакого. То есть на маленьком экранчике. Может быть, вы заметите. Такое обзорное видео вам, показательное, испытательное, так скажем. Ну и все. Крыму привет, Коктебелю еще разочек привет. Мы отдыхаем. Лето в разгаре, лето 2019 в Крыму. Всем удачи, до новых встреч, поехали и пока.